И по вопросам финансирования этой программы. Я думаю, что Россия еще, ну, в новое время, еще даже не пыталась никогда. Мы много чего пытались сделать, но даже вот такой программной программы реализовать мы даже не пытались. И я хочу немного злоупотребить своим положением модератора нашего разговора, дискуссии и так далее. И я прошу поставить мою презентацию, Гамза. Ну, вы помните, что был знаменитый указ президента 2020 года. Если кто-то его внимательно читал, то это был указ о национальных целях перехода от сырьевой экономики к технологической. К сожалению, там пандемии, другие события помешали реализовать очень быстро эти цели, но, тем не менее, они остались, и они совершенно очевидно будут реализованы. Сейчас готовятся новые стратегические документы и указ президента о национальных целях, и другие стратегические документы развития. Они, я надеюсь, в мае будут опубликованы. И я думаю, что ничего там с точки зрения перехода к новой модели развития страны, к промышленно-технологической, наверное, к реализации, можно так сказать, программы «Индустрия 2.0» ничего не изменится. Поэтому мы все должны быть готовы именно к этому. Чтобы понять, что нам делать, надо понять, где мы находимся в мире. По прошлому году, ну, в результате просто массированного финансирования ОПК и промышленности, которая обеспечила ОПК, мы, конечно, дали очень высокий уровень роста. Россия перешла на 5-е место, Индонезия уже за нами на 6-е, Германия присела сильно, и вообще в Германии отрицательный рост. Бразилия поднялась, и это говорит о том, что мы сейчас поднимаемся на тот уровень, когда нам нельзя ни в коем случае снижать уровень нашего развития и совершенно точно переходить на другое развитие. Ну, кстати, хочу обратить внимание, что и Индонезия, и Бразилия наступают нам на пятки, и нам еще предстоит с ними очень серьезная конкуренция. По ВВП на душу населения, это на самом деле главный показатель способности экономики к развитию. А какой ВВП на душу населения? Среди крупнейших стран мы на 10-м месте, но если брать все страны в целом, то мы на 60-м. Поэтому здесь нам есть куда расти, и пока у нас очень низкий, можно сказать, уровень ВВП на душу населения, чтобы обеспечивать очень высокий рост при количестве нашего населения. У Китая ниже, но у Китая население другое. Индия сильно ниже, но там население еще сильно другое. Ну а вот реальный рост по прошлому году. Мы также на 5-м месте, это очень хорошо. Но вы видите, впереди Индонезия, впереди Турция, и Мексика наступает на пятки. Ну и Бразилия тоже не так далеко. Очень высокий рост показывают. Поэтому конкуренция будет очень жесткая, и поэтому я думаю, что президент будет очень жестко требовать такого роста. Что нас ждет в этом году? В этом году, к сожалению, практически все показатели, которые есть, будут ниже в 2, а то и в 3 раза. И самый тяжелый показатель – это безработица, так называемая безработица. А на самом деле этот показатель уже говорит об отсутствии серьезного потенциала кадрового для развития экономики. Во всем мире считается недопустимым снижение безработицы ниже уровня 5, там крайне 4%. Но вообще обычно 5%. Потому что когда снижается безработица ниже 5%, люди перестают работать эффективно. У них нет проблем уйти с одного предприятия на другое, перейти куда хочешь. И поэтому они становятся менее добросовестными.
Я не буду останавливаться сильно на структуре формирования ВВП. Я обычно готовлю комплексную презентацию, потом вы ее можете посмотреть, она будет в вашем распоряжении, и все детали посмотреть. Но я просто выделил, что в прошлом году у нас добыча полезных ископаемых вниз, и самое печальное было сельское хозяйство, минус 3,2% ВВП. Что собой представляет промышленность на сегодня? Мы за последние 30 лет растеряли ровно половину нашего промышленного потенциала. Сегодня износ 54%, требует реновации почти 40% всех промышленных площадей. Очень низкий уровень ввода нового строительства, 4 миллиона квадратных метров. На самом деле для того, чтобы остановить уменьшение промышленного потенциала и начать его рост, нам надо не менее 20 миллионов квадратных метров. Ну и, соответственно, вложения должны быть 10 триллионов рублей в год. Импортозависимость очень высокая. Это, кстати, импортозависимость не товарная, это импортозависимость в процессе производства. Если у вас в процессе производства есть какая-то часть производства, которая зависит от импорта, и вы не можете найти замену на российском рынке, у вас просто встанет это производство. И поэтому даже вот зеленая зона, где там 10% ПК, транспорт и стройматериалы, а 10% потому что здесь в основном ручной труд, очень низкая автоматизация, механизация, и даже здесь есть проблемы. Но самая главная беда у нас в этом – это станкостроение. Мы, к сожалению, выпускаем всего 0,1 долю станков в мире. Мы потеряли практически полностью станкостроение, а без станкостроения иметь высокотехнологичное машиностроение невозможно. Поэтому это ахиллесова пята сегодня. Ну, я надеюсь, в ближайшее время появится целевая программа, федеральная целевая программа по восстановлению станкостроения. Предполагается, что там будет построено примерно 25 до 30 года 25 новых станкоинструментальных заводов. Росстат абсолютно точно подтверждает то, о чем я говорю. И на сегодняшний день потребность в новых технологиях и оборудовании более 70% у бизнеса, потребность в автоматизации более 50%. Как финансируется развитие во всем мире? 2/3 финансирования обеспечивает финансовый рынок. Финансовый рынок работает в основном на экономику. У нас ровно наоборот. У нас финансовый рынок обеспечивает менее 20% финансирования основного капитала. Государство почти столько же. Ну и, к сожалению, кредиты банков всего по прошлому году 6,4% в общем объеме финансирования основного капитала. И это при том, что вот этот безбрежный океан синий – это банки на финансовом рынке. Они занимают сегодня 77% всего финансового рынка. Вот эта гора рождает вот ту маленькую мышь в 6,4%. Все остальные сектора, вы видите, очень малую долю занимают. Ну, единственное, рынок ценных бумаг более-менее в прошлом году подтянулся. Для того, чтобы финансовый рынок также на 2/3 финансировал развитие, он должен стать совершенно другим. Нужна реформа финансового рынка. Мы страна-кубышка, мы накопили огромный объем сбережений, он уже более 200 триллионов. Но, к сожалению, инвестиции всего лишь 20%, а требуется минимум для того, чтобы обеспечить стабильный рост на уровне среднемировых показателей, надо иметь 25% от ВВП, а лучше 30%, а Китай 42%. Почувствуйте разницу. Вот основные документы по технологическому развитию, которые приняты и будут в этом году приняты. Я не буду останавливаться на всех. Я просто хочу показать, что в моей презентации все эти документы есть. Я их достаточно детально изложил, и вы можете потом все это посмотреть и понять, где ваше место и какие инструменты вы можете использовать. Хочу лишь подчеркнуть, в таксономии технологического развития 603 постановление прошлого года предусмотрены
464 укрупненных позиций инвестиционных проектов по технологическому развитию, которые будут поддерживаться государством. Если вы, я как человек, который там 30 лет занимаюсь инвестиционными проектами, я практически все проекты, которые когда-либо проходили через меня, я практически нашел место в этих 464 позициях. Поэтому я глубоко убежден, что вы найдете свое место. Там предусмотрены проекты по 13 производственным отраслям. Про нашу работу мы уже четвертый год пошел, как мы занимаемся промышленной реновацией в торгово-промышленной палате. Ну, на самом деле уже сейчас совместно работаем и с РСПП, и с Российским союзом промышленности. И мы обеспечиваем либо комплексную, либо по отдельным элементам реновацию промышленных предприятий. И сейчас, естественно, основное направление – это развитие технологии, технологического развития. Мы по этой программе движемся сюда. Это те институты, которые, инструменты финансирования, которые сегодня можно применять в рамках технологического развития. Ну и предложения. Я не могу не остановиться коротко на предложениях. Есть проблемы в реализации всех этих документов, которые приняты и будут приняты. Первое. Нужно ввести единый стандарт оценки всех проектов, чтобы люди один раз оценили проект и потом пользовались всеми другими инструментами, не приходя заново процедуру оценок. Нужно, чтобы все проекты, которые предусмотрены таксономией инвестиционных проектов, имели право после прохождения оценки воспользоваться любой мерой государственной поддержки и всеми инструментами любого института развития. Мы считаем, что все институты развития должны перейти на формат работы проектного финансирования и нести риски вместе с предпринимателями, потому что сегодня они таких рисков не несут вообще, потому что если ты приходишь в институт, тебе говорят, принеси гарантию банка, а потом приходи. Ну и надо, чтобы центральный банк перешел к реальному участию технологического развития, а для этого надо, чтобы он открыл рефинансирование всех институтов развития, которые будут финансировать вот эти проекты. Ну и очень важно сегодня выпал, к сожалению, из всех этих документов лизинг. Лизинг всегда является важнейшим инструментом в условиях очень высоких темпов развития экономики и, прежде всего, промышленности и технологий. Поэтому мы считаем, что лизинг должен быть включен во все документы, о которых я сказал.